Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале «Интекс» итоговая информационная программа «7 дней». Сегодня вы увидите. Совместные стратегические учения «Запад-2013» проводились на 6 полигонах Беларуси и России под руководством министров обороны двух стран. На 230-м Абу-Слесновском полигоне отрабатывались вопросы управления подчиненными воинскими подразделениями, поддержания режима военного положения в районе ответственности, ведения контрдиверсионной борьбы. Барановичи – один из немногих городов страны, где сосредоточено большое количество предприятий машиностроительной отрасли. Автоагрегатный завод – один из лучших ее представителей, где стремительными темпами идет техническое перевооружение. Филиал Жабинковского сахарного завода, свеклоприемный пункт которого находится в Барановичах, активно ведет заготовку сладких корнеплодов. В час одной машиной буртируется 120 тонн. За день в вагоны отгружается более 2000 тонн сахарной свеклы. Накануне Дня пожилых людей в деревне Полунка открылся клуб для людей почтенного возраста. Это уже шестое такое объединение в Барановичском районе. А теперь об этих и других темах подробнее. С 20 по 26 сентября на территории России и Беларуси проходили совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран «Запад-2013». Маневрами руководили министр обороны Республики Беларусь и начальник Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны России. Такие масштабные учения проводятся в соответствии с решением глав двух государств. Один раз в два года. В нынешнем розыгрыш боевых действий осуществляется на 6 полигонах Беларуси и на 2 Калининградской области Российской Федерации. «Запад-2013» – это учение оборонительного характера, ставящее задачи подготовки и применения группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. На войне, как на войне. Замаскирована техника, налажена связь, работает полевая кухня. На 230-м общевойсковом полигоне боевые действия в самом разгаре. Конечно, это только учение, но военнослужащие серьезно настроены на выполнение поставленных задач. Вооруженные силы России и Республики Беларусь продолжают подготовку к кульминационной части совместного стратегического учения «Запад-2013». На данном этапе на 230-м общевойсковом полигоне проходит второй этап совместного стратегического учения «Запад-2013». Сейчас на полигоне находится первый дивизион 120-й зенитно-ракетной бригады, который отрабатывает вопросы управления войсками и силами в ходе проведения мероприятий военного характера. Целями данного учения является совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками. На Абу-Слесновском полигоне 120-ю зенитно-ракетную бригаду представляет первый дивизион. От него в учениях принимает участие 80 человек. Это и боевые расчеты, и охрана оборонительных позиций. На вооружении зенитно-ракетные комплексы «Бук». Первая батарея «Торов» в начале учений находилась на полигоне «Ашулук», вторая отправилась на Гожский полигон в Гродненскую область. Кроме 120-й, просторы стрельбища охраняют военнослужащие 8-й радиотехнической бригады и 61-й истребительной авиабазы. Особенностью данного учения, наверное, будет то, что оно проходит совместно с военнослужащими Российской Федерации. Здесь на полигоне находится довольно-таки большая группировка вооруженных сил Российской Федерации, 20-й армии. На посту номер один пока все спокойно. И день и ночь здесь службу несут военнослужащие 7-го отдельного гвардейского танкового батальона. Для многих солдат срочной службы стратегические учения – первое знакомство с нелегкой полевой жизнью в условиях, приближенных к боевым. Задача наша – проверить и не допустить прорывы машины, которая провозит боеприпасы, которая разведка, которая не наша разведка. Не пропустить. А так тут условия более нормальные, погода нормальная, кормят хорошо. В общем, можно служить. Задача военнослужащих на блокпосту – это осуществление контрольно-пропускного режима и недопущение прорыва диверсионно-разведывательных групп противника в сторону охраняемых объектов. Военнослужащие справляются со своей задачей на оценку отлично. Прорыва допущено не было. На данном блокпосту было захвачено и обезврежено 3 военнослужащих, которые входили в состав диверсионно-разведывательной группы. Совместные стратегические учения «Запад-2013» проводятся на 6 полигонах в России и Белоруссии под руководством министров обороны двух стран и завершатся 26 сентября.
На аэродроме 61-й истребительной авиабазы гул белорусских истребителей смешался с ревом двигателей российских разведчиков Су-24. Стратегические учения «Запад-2013» проходят по плану в обстановке, максимально приближенной к боевой. На этапе практического применения нашей авиационной базы выполнение полетов по маршруту и перехвату контрольных целей. Взаимодействие отрабатываем с личным составом Российской Федерации, с личным составом других авиационных частей вооруженных сил, военно-воздушных сил. Отрабатываем на полигонах Республики Беларусь, Обуслесловский, Горский полигон, а также полигоны военно-воздушных сил и войск ПВО во взаимодействии с зенитно-ракетными войсками, с артиллерией. Основные цели данного совместного стратегического учения – это на основе полученных знаний, потом умений, летчики нашей базы, инженерно-технический состав отрабатывают навыки закрепляют в выполнении полетов, выполнении задач по охране государственных границ в воздушном пространстве. Учение «Запад-2013» проводится с 2009-го раз в два года. В этот раз впервые проходят одновременно на территории России и Беларуси. Фронтовая бомбардировочная разведывательная авиация соседнего государства представлена в Барановичах 3 самолетами Су-24МР. Взаимодействие летчиков налажено, что и требовала поставленная задача. На практике в полевых условиях определить эффективность взаимодействия контингентов двух стран. Здесь мы уже находимся 10-й день. Выполняем все время полеты по плану учений. До этого были еще в июле, тоже в Барановичах, тоже выполняли задачу поставленную. В основном мы выполняем полеты одни. У нас основной вид полета одиночный или в составе пары. А белорусские ребята нас прикрывают как истребители или выполняют перехват. Совместные стратегические учения «Запад-2013» – очередной серьезный экзамен на зрелость вооруженных сил России и Беларуси. К нему в 61-й истребительной авиабазе готовились основательно. Личный состав инженерно-авиационной службы нашей части с большой ответственностью отнесся к подготовке к учению. Был выполнен большой комплекс работ по подготовке авиационной техники, проверена ее исправность и готовность в полном объеме. Были проведены соответствующие тренажи с личным составом и занятия по мерам безопасности. Ну и, конечно же, проверены их знания авиационной техники. На этих учениях в мои обязанности входит разработка необходимых маршрутов и выдача предложений командиру для перехватов контрольных целей, а также подготовка личного состава, в смысле летного состава, который будет выполнять эти перехваты в штурманском отношении, и контроль их подготовки. Ну и как строевой летчик я также несу боевое дежурство в данный момент в дежурном звене. Сегодня выполнял с утра перехват воздушных целей для прикрытия объектов фронта. Выполнили перехват успешно. Отличие нынешних учений «Запад-2013» от предыдущих в одновременности действий. В этом году маневры проходят на территории и Беларуси, и России, и не только на суше. Сегодня после завершения учений под Гродно действие переместится на военный полигон «Хмелевка» в Калининградской области. Белорусские военнослужащие высадятся на побережье самого большого в мире десантского корабля на воздушной подушке проекта «Зубр». Машиностроение для Беларуси имеет одно из основополагающих значений. Еще в советские времена у нас строились заводы, так как местоположение республики было особенно выгодным для работы со странами-соседками. Однако с распадом Советского Союза многим предприятиям пришлось научиться жить по-новому. За почти 70-летнюю историю Барановичский автоагрегатный завод пережил много различных вех в своем развитии. Были как подъемы, так и падения. Но у руководства и заводчан не опускались руки, они верили в будущее своего предприятия и в себя, поэтому работали с отдачей и всегда получали высокие результаты. Накануне Дня машиностроителей наша съемочная группа посетила предприятие, где рождаются автокомпоненты и запасные части для грузовых автомобилей и железнодорожного подвижного состава.
Автоагрегатный завод – пример успешного предприятия, на котором активно идет политика по технологическому перевооружению. Новое оборудование создает дополнительные технологические возможности в двух важнейших направлениях – повышение эффективности производства, а именно расширение потенциальной сферы деятельности предприятия и, как следствие, повышение их конкурентоспособности. Валерий Корнило на предприятии работает с 1977 года. Пришел сюда, отучившись в Минском автомеханическом колледже по специальности автомобилестроения. Постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, дошел до начальника механосборочного цеха. Вот скажите, как менялся завод за 36 лет, которые вы здесь работаете? Всякие времена бывали? Ну, да, значит, завод сначала, конечно, когда я пришел, ну, не был таким красивым, какой он сейчас. Конечно, понадобилось время. Ну, в то время директором, как позже пришел Анатолий Яковлевич Калинников, ну, который, ну, хозяйственник был хороший и много сделал. Дороги сделал, цеха, там построили цех МЦЦ-3 амортизатора, новый корпус. Ну, то есть все это как-то продвигалось. Но в 95-м году, когда я пришел начальником цеха, значит, это был как раз развал Союза, сразу все связи развалились, так сказать, поэтому пришлось осваивать очень много новой продукции. Что мы выпускали там десятки, то в это время освоились сотни, которые, ну, и сейчас продолжаем выпускать. Ну и за это время, конечно, менялся парк. Пик технического перевооружения начался при нынешнем руководителе предприятия Виталии Юркевиче, целенаправленная работа которого позволила автоагрегатному заводу успешно влиться в новую рыночную экономику и поддерживать достигнутые результаты на высоком уровне. Рынок потребовал гибкости, динамичности, постоянного обновления. Освоение новых изделий стало одной из главных задач. Ежегодно осваиваются десятки наименований новой продукции. Не жалели, что выбрали себе такую профессию и работали на заводе практически всю свою жизнь? Вы знаете, нет, наверное, потому что как-то, ну, я вам рассказал, как, сколько я прошел на заводе, поэтому я, ну, не сидел на одном месте, вроде какой-то рост шел, и менялись, ну, специальность моя, значит, менялись какие-то и интересы, ну, то есть, нет, конечно, не жалеем. А День машиностроителя как обычно отмечаете? Вот, может быть, в семье? Ну, знаете, значит, у меня жена работала тоже здесь, сейчас она на пенсии. Она проработала большое время, ну, точно не могу там сказать, сколько лет, ну, много она проработала. Я вот работаю сейчас, после окончания БНТУ сын пришел работать на завод. Поэтому мы вроде как все машиностроители. Династия. Династия. И наш вроде как семейный праздник уже, День машиностроителя. Сегодня на заводе работает очень много молодых ребят, пришедших после вуза. Для них автоагрегатный за ней продолжительное время уже стал родным заводом, где хочется работать во благо. С самого детства я хотел именно получить техническое образование для того, чтобы оно развиваться. Ну, мое представление вообще с детства было, что мужчина на самом деле это человек творящий, как бы, ну, и производящий. Баранинский университет я выбрал по причине, университет молодой, как бы Минск ехать далеко, дорого, поэтому решил получить образование именно в Барановиче, ну, для удобства, и как бы база есть. Машиностроительная очень большая в городе, это предприятия очень большие, с большой историей, ну, сложными корнями, поэтому решил остаться здесь. Ну, распределение так получилось, что обучался на бесплатном образовании получал, поэтому распределялся. Выбрал автоагрегатный завод не случайно, потому что, во-первых, недалеко проживаю, во-вторых, богатая история, как бы, большие мощности, возможности у завода остался. Завод, в принципе, отличный, все устраивает, завод очень интенсивно помогает молодым, ну, в обучении. Вот я сейчас в данный момент получаю второе высшее образование за счет завода. Помогают. Со стороны нашего директора оказывается финансовая помощь молодым специалистам. По приходу всем были выданы, как бы, ну, персональные надбавки, ну, для улучшения, как бы, условий материальных.
Стратегия автоагрегатного направлена на увеличение доли предприятия на вторичном рынке запасных частей и реализации подвижного состава на рынках стран СНГ за счет улучшения качества и потребительских свойств продукции, ценового фактора. В рамках реализации инвестпроекта в 2013 году было закуплено и введено в эксплуатацию 9 наименований различного технологического оборудования и заключены контракты с внесением предоплаты еще на 11 единиц. Мы, конечно, не собираемся останавливаться на том, что сейчас имеем. Значит, у нас есть план техперевооружения на 2014-2015 год. Ну и согласно этому плану мы планируем модернизировать часть нашего производства. То есть это, ну, оборудование, которое, так скажем, морально устарело в первую очередь. И оборудование, которое, ну, узкие места, скажем так, которые нам сейчас создают большие проблемы. Это в первую очередь. Ну и далее, конечно, для развития производства на сегодняшний момент, ну, нельзя останавливаться на том, что мы имеем. То есть надо двигаться вперед. Благодаря внедрению новых технологий за 8 месяцев потребление топливно-энергетических ресурсов на заводе составило 3044 тонны условного топлива. Показатель по энергосбережению составил 6% при задании 3. Инвестиции в основной капитал было вложено в размере 15 миллиардов 543 миллиона белорусских рублей. В 2014 году планируется освоить и внедрить в производство инвестиции на сумму 38 миллиардов 350 миллионов рублей. Будущее предприятие – это применение новых технологий, обеспечивающих улучшение экономических показателей производства и качества конечной продукции, ради чего, собственно, и создается новая техника. А теперь напомним о других событиях этой недели. Первое место по воловому сбору зерна по итогам республиканских соревнований тружеников села занял Барановичский район. Сегодня хлеборобы отправились в Жлобин за заслуженными наградами. Аграрии нынче работают в сложных условиях. По максимуму используют погожие дни, чтобы вовремя и качественно справиться с заготовкой кукурузы. Более 20% посевных площадей уже убрано в хозяйствах птицефабрики «Дружба», где урожай выдался на славу. Сохранение и укрепление здоровья – главная цель акции «Здоровая Брещина». Она проводится в рамках 9-й международной выставки-ярмарки, которая в этом году направлена на предупреждение разного рода зависимостей. В Барановичах начались традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проводиться на протяжении 2 осенних месяцев. Очередная расширенная распродажа запланирована на 12 октября. Получить ответы на волнующие жизненные вопросы, приобрести церковную утварь, изделия мастеров приходов и монастырей Минщины – такую возможность открывает жителям Ляховичей духовно-просветительская выставка-ярмарка «Радость слова». Она организована издательством Белорусского экзархата и продлится до конца недели. На полях страны в самом разгаре уборка сахарной свеклы. В Барановичском регионе лидером по выращиванию и сдаче сладкого корнеплода на протяжении нескольких лет остается сельскохозяйственный производственный кооператив «Крошин». С 29 августа Барановичский свеклоприемный пункт, филиал Жабинковского сахарного завода, начал принимать сладкие корнеплоды. Сахарная свекла – высокопродуктивное культурное растение, выращивание которой для Республики Беларусь имеет первостепенное экономическое значение. Вместе с тем, достигнутые результаты в Беларуси пока не соответствуют возможностям этой культуры. Урожайность сахарной свеклы и содержание сахара в растении в странах Европы сильно колеблется в зависимости от почвенно-климатических условий, уровня культуры земледелия и применяемых технологий. Лидером по сдаче сладкого корнеплода на протяжении нескольких лет в Барановичском регионе остается СПК «Крошин». 30% земель хозяйства, а это 1020 гектаров, засеяны этой культурой. На втором месте СПК «Бересни». В Барановичском районе сахарную свеклу выращивает 6 хозяйств и 4 фермера. Вообще вся посевная площадь, задействованная под эту культуру, составляет 3163 гектара. В этом году барановичские земли дали 488 центнера с гектара против 400 по прошлому году. Сахаристость по району. От начала сезона мы вышли на базисную 16,2%.
Ну и как бы по темпу наращиваем. То есть на сегодняшний день мы около 2000 принимаем в сутки сахарной свеклы с Барановичского района. Сколько в этом году планируется принять свеклы? Ну, по настоящей урожайности планируем где-то 150 тысяч с Барановичского района свеклы принять. А какие предприятия вам возят? На сегодняшний день начали уборку все предприятия района, кроме СПК «Полонечка». Но у них нет своего комбайна, поэтому они чуть позже начинают уборку. Так все предприятия приступили к уборке сахарной свеклы. Кроме сахаристости, на свеклоприемном пункте определяется общее состояние, загрязненность плодов, наличие различных примесей. Попадаются камни, естественно, они в переработку не годятся. Мы их должны как-то отслеживать и сообщаем хозяйствам, где находятся камни, чтобы они как-то решали способ по дальнейшей уборке камней из полей, чтобы они не попадали в комбайны. Ну и решаем вопрос, чтобы уже как-то отбирались эти камни, потому что на сегодняшний день техника хрупкая, в основном чугун, который отбирает камни, ну, естественно, на камнях он ломается, поэтому как бы надо решать вопрос с весны, чтобы убирать камни с полей. Помимо Барановичского района, сюда привозят свеклу и два СПК Ляховичского, которые выращивают сладкий корнеплод в этом регионе. Вся поступающая на свеклоприемный пункт свекла буртируется специальными четырьмя буртоукладочными машинами. Иными словами, складывается в большие горки до транспортировки. В час одной машиной буртируется 120 тонн. В день на Жабинковский сахарный завод в вагоны отгружается 2200 тонн свеклы. Процесс заготовки сладкого корнеплода продлится до декабря. Приблизительно до конца января будет осуществляться отгрузка на завод. К слову, вместимость Барановичского свеклоприемного пункта составляет 63 тысячи тонн. После приемки всей свеклы из закрепленных полей работникам скучать не придется. Начнется подготовка техники к заготовительному сезону 2014 года, чтобы и в следующем году оперативно и в срок все выращенное переработать и сохранить. 1 октября в Беларуси будет отмечаться День пожилых людей, в преддверии которого уже сейчас по всей республике проходят различные мероприятия и акции. В Барановичском районе, например, открылся 6-й клуб для пожилых людей. На территории Барановичского района уже работает 6 клубов для пожилых людей. 6-й открылся в Полонке по договоренности с председателем первичной ветеранской организации. В Полонковском сельском совете проживает 1670 человек. Из них, как говорится, уважаемого возраста 444. Именно поэтому и здесь территориальный центр решил жизнь бабушек и дедушек разнообразить. На основании последних данных, статистических данных, есть информация, что когда определялся наиболее широкий спрос на какие виды социальных услуг, вот что у нас у пожилых людей наиболее востребовано, практически на первом месте это недостаток общения. То есть социально-бытовые услуги очень важны, практическая помощь важна для наших пожилых людей. Но тем не менее общение – это одна из составляющих жизни пожилого человека, когда практически не хватает близких людей рядом. Потихоньку в этом возрасте уходят друзья, родные, и поэтому клубы общения являются такой немалой составляющей в жизни пожилого человека. И если говорить уже о нашем опыте, о том, что действительно эти клубы эффективно работают, это даже в некотором роде и в значительной мере, скажем так, профилактика того же суицидального поведения в пожилом возрасте. Следует сказать, что все члены клубов, которые у нас уже функционируют, они всегда являются у нас активными членами общества. Они у нас всегда принимают участие в наших районных мероприятиях. Современные пожилые люди выступают против стандартов: читать нотации потомкам, смотреть сериалы длиной в Великую Китайскую стену и вязать километры носков не модно и скучно. Существует ли альтернатива для динамичных бабушек и дедушек, обремененных грузом свободного времени? Существует. Это и спортивные мероприятия, в которых они активно принимают участие, культурно-массовая деятельность и компьютерные курсы. Сейчас у нас проходят компьютерные курсы для пожилых людей. Опять-таки, члены наших клубов являются активными пользователями, посещают данные курсы. Сейчас мы готовим накануне Дня пожилого человека
будут подводиться итоги ветеранского подворья, конкурса, смотра конкурса нашего районного. И опять-таки наши члены клуба являются активными участниками и этого конкурса. И все это говорит о том, что людям необходимо дать возможность общения, дать возможность где-то вместе собираться, отмечать праздники, посещать экскурсии, встречаться с различного рода специалистами. И, как правило, наши пожилые откликаются, и это дает определенный заряд бодрости, эмоционального настроения для наших пожилых граждан. По словам председателя Полонковского сельского совета, очень большое значение имеет руководитель, в том числе и в ветеранской организации. Когда здесь первичку возглавил Алексей Петрович, жизнь ветеранов войны и труда забурлила, словно океан. Это очень активный человек, хочу сказать, очень хорошо помогает. Не только там, и в школе, и сельскому совету. Кстати, они, наша ветеранская организация очень хорошо помогает мне в благоустройстве. Очень активно. В данном случае хочу конкретно сказать именно в благоустройстве кладбищ. Это самые активные помощники. И хочу сказать, что когда избрали Алексея Петровича председателем ветеранской организации, наша организация очень активизировалась. Они не безразличны ко всему, что у нас происходит в деревне, на территории сельсовета, всегда советуются, всегда подскажут, всегда помогут. Собравшиеся здесь уверены, что старость можно победить активным образом жизни и установкой организма на здоровье, счастье и радость. При общении люди получают положительный эмоциональный заряд. Как вам удается организовать людей? А я ничего особо не люблю. Я просто им звоню, у всех телефон есть, и прошу собраться на совет. Ну, где бы в сельсовете, або в сельском доме культуры. Как вы считаете, насколько важно вот людям в почтенном возрасте быть активными? Так дома сидеть в четырех стенах – это ж нудота, надо, когда здоровы. А когда хворые, так тем больше. Мы же ганьки, вот я же говорю, уже с 2006 года, каждый год, в гонор Всесвятного дня пожилых людей мы ганьки организовываем. Для чего? Ну-ка, и при том на ганьки запрошаем всех, даже тих, на тих, которые по хате тут тяжкостью ходят. Чому? Потому что им наибольше потребны осяродие людское, как побачиться, поговорить, поспевать, даже которые могут и потанчить, гульнях погулять. Это все у нас робится. Но помогает нам фабрика полностью, и финансовым помогает, и транспортом помогает, и будинок выделяет, сельский дом культуры помогает, карасей. Все, до кого мы свертаемся, нам это помогает. Сегодняшним бабушкам и дедушкам интересно не только заниматься пением, кулинарией, спортом, рукоделием, но и политической деятельностью. Многие во время выборов активно работают в избирательных комиссиях. Пока в новом клубе 20 человек, однако несомненно, что в скором времени его ряды пополнятся, ведь по опыту работы 5 существующих в Барановичском районе, многие пенсионеры считают такие клубы своим вторым домом, местом, куда хочется приходить и еще и еще. Наша программа завершена. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.